Привет, друзья! Это Тирбро. За последние полгода наши премиум ковры полюбились большому количеству наших клиентов. И мы провели огромную работу для усовершенствования этого продукта. Мы выпустили новую линейку ковров в 4 новых цветовых сочетаниях. Это черный кофе, бежевая поляна, серый волк и темно-синий. Сейчас я расскажу, что изменилось. Ковры внешне остались без изменений. Та же строчка, прострочка тройной нитью, все это сохранилось. В некоторых моделях ковров мы сделали крой более детализированный. В коврах старой коллекции мы использовали тканную окантовку. Как показала практика, ткань, она пачкается, в результате чего нужно ее каким-либо образом, там, щеточкой вычищать, для того, чтобы приводить, ну, как бы ухаживать за коврами. В новых коврах мы приняли решение использовать кожаную окантовку. Данный кант более долговечен, упрощает способ ухода за коврами, а именно, можно просто тряпочкой протереть, без никаких щеток, дополнительных трений. Все приводится, ну, поддается чистке. Ковры в новой коллекции стали немного толще, теплее и прочнее. На видео можно обратить внимание, незначительная вот эта вот толщина. Может быть, камера не передает, но на самом деле они стали толще. Значит, отличительной особенностью хороших ковров является то, что они не должны скользить на полу грузовика, чтобы там, ну, комфортно ездить. Этого правила мы придерживаемся и в новой коллекции. Главное изменение в коврах – это подкладка. В старой коллекции мы использовали вот такую подкладку с такими пластиковыми присосочками. В новой же коллекции мы применили термопластик листовой. Он матовый, не скользит на поверхности, ложится идеально, раскладываются ковры хорошо, принимают форму пола, рельеф весь повторяют, все контуры огибают, становятся как влитые. За счет этой подкладки ковер стал плотнее, увесистее. Она хорошо сдерживает тепло. Такой себе термоэффект, как при утеплении дома пенопластом. Пластик абсолютно не впитывает влагу, не держит никаких запахов. Значит, это не микрофибра и не губка. Очень стойкий к протиранию, износостойкий. Очень хорошие термо- и шумоизоляционные свойства. Он вот так вот гнется и принимает обратную форму. Это технологическое решение значительно улучшило качество нашей продукции, при этом цена на него осталась прежней. Друзья, Тирбро с вами в сердце.